Ну как тут в Барнауле-то? Разница есть большая, верующие, неверующие. Вот мы верующие, с нуля строим деревню православную. У нас большие ресурсы здесь, свой канал. У вас свой канал, да? Большой, огромный канал, 17 тысяч роликов. О, ничего себе. Да, мы строим православную деревню, православную, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Понятно. В Барнауле там, да? Да, в Барнауле. А вот если вы по скайпу зарядите, по скайпу, Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете, я могу вам большие материалы скинуть. Здорово. А как еще вы сказали? Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Ага. Лапкин, да. Если вы по скайпу, по скайпу. Ага. А если... туда можно перевести пожертвования, да? Нет, ну а что жертвовать? Вы еще нас не знаете. Мы с нуля все строим, деревню строим с нуля. Ну я наоборот такие вещи очень приветствую, очень люблю, и как бы одобряю, то есть готов тоже помочь, чем можно. Я вам напишу там. Мы сейчас заботимся, чтобы у фермера нашего комбайн купить новый. Мы давно обратились, и мы вам сообщим адрес. Вы ветхозаветные, да, или какая-то у вас своя, нет? Какая своя? Ну, церковь-то открыта, вот, везде православная. Русская православная. Да, русская православная церковь. Слава Богу. Нет, просто у нас очень много сейчас таких сектантов развелось, знаете. Ну, поэтому доверие уменьшилось к этим всем. Но если вы зайдете на наш YouTube-канал, канал «Во свете Библии» называется. Обязательно, я доеду вот сейчас до дома и обязательно зайду, посмотрю, обязательно. «Во свете Библии» канал называется, канал «Во свете Библии». Я вас найду по Лапкин. Да, Лапкин Игнатий, по скайпу. Да, 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 я вас найду по этому. Да, я вам там скину все данные. Отлично, договорились. Ну, всего с Богом. Бог помощь вам. Спаси Христос и вам также. Спасибо и вам всего доброго. Ну, давай такая. Хорошо, покажите. Так, поверните, чтобы видно было. А там не видно, что написано. А что за книга? Прочитайте. Это не Библия. Полный православный молитвослов. И... молитвослов, да. Правильно, молитвослов. Хорошо. А вы сами Библию считали? Ну, и такое у нас есть. Так, подождите. Я же не успел прочитать даже. Сейчас, подождите. Библия есть? Библия, Новый Завет, может быть, есть. Сегодня можно достать в церкви. Купить или даже как? О, это детская Библия, так и есть. Да, мне бабушка читала. Да. Ну уже ж комната ваша не пустая, уже что-то есть. И краткие молитвы. Самая радостная весть та, что Иисус умер за наши грехи и ждет нашего покаяния. Тогда все здесь по-другому будет. Рулетка – это самое противное место. Все блудники все собрались здесь. Всякое безобразие творят. Почему? Безбожники, сатанисты. Да, именно так. Вот если вы желаете больше узнать, то вы можете меня найти в скайпе, Игнатий Лапкин. Я бы там материалы все скинул. У нас большой YouTube-канал. Мы строим деревню православную. Бога нету. С утра был, а сейчас куда же он делся? С утра был. Да, конечно. А кому мы молились-то? Кому мы молились-то? А где он был с утра? С утра. Он был с нами. Да? Да. Мы спрашиваем его, он нам отвечает. События все так складывает для пользы. Я пропустил, что-то не видел. Ну так проспали. Сатана глаза замазал грехами, и люди не видят Божьей красоты вокруг. Какие животные, растения, небо, звезды. Откуда все взялось? Прыщи у вас на лице. Да. Вот вы найдите ответ перед Богом. Глисты. Помолись. Вы живете в темноте, как глисты. Тараканы. Да, тараканы. Вот тараканами остались. Ни души, ничего нету. Писторки. А мы верим в Бога. Сейчас материться начнешь, да? Ну, чем материться? Да, конечно. А что больше-то?
Ждать даже нечего. Если Бога нет, так, как Маяковский говорил, твори, выдумывай, пробуй. Ну какая жизнь-то? Тут в рулетке-то что сидят? Анонизмом занимаются. Блудят открыто. Не знаю, что такого. Может, у них женщины нет. Значит, грешник. Прелюбодеи и грешники в аду будут мучиться с сатаной в огне. Я вам показываю. Посмотрите, Бог оставил нам свое слово. А, это где написано, что на твердь небесную солнце с луной приколачивал? Что именно написано? Ну, в Библии там. Что поставил, там? Там звезды на твердь небесной, там солнце. Вы одно для себя решите. Сегодня умираете. Куда пойдет душа? Никуда. Здорово как. Умер и все. Все, и нету. Как таракан. Вот они, глисты ваши, как тараканы. Таракан, да. Таракана прихлопнули, куда он? И все, вы ничем не отличаетесь. Я согласен. Согласен, по таким мозгам и таракан. И великую радость. Иисус Христос умер за нас. Умер, да. И воскрес. Воскрес. Ну, все верно. И за наши грехи страдал. И зовет, чтобы люди покаялись и жили по-божьему, по заповедям Его святым. У вас сильно там ветер какой-то шумит, сильно шум идет. Ну-ка, вот так. Так лучше. Отлично. Ну, а ты, батюшка, как вообще относишься? К сознанию. А в чем вопрос? Повторите. Как ты относишься к сознательности? К кому? К сознательности, к осознанности. К указателю? Я даже не пойму это слово. Ветер забивает. Осознанность, батюшка, осознанность. Ничего не слышно. Какие-то вот так вот бу-бу-бу-бу-бу. Так, погоди. Сейчас мы в офис зайдем. Кому я относиться должен? Погоди. Не знаю. Да мне это зачем знать-то даже? Я даже если не узнаю, ничего не убудет. Я знаю, как относиться к моему спасителю, что он умер за меня. Слушай, ну таких людей редко здесь встретишь. Да, правильно, правильно. Это Содом и Гоморра. И там был только Лот вышел. Мало, конечно. Вот тут да, шума нет. И поэтому мы принесли эту радостную весть, чтобы люди приняли Христа Спасителя своего. И жили по-божьему. Приготовились к смерти. За смертью начинается другая жизнь, некончаемая. И одни будут в огне гореть, грешники, не покаявшиеся, а праведники в Царстве Небесном. Как ты думаешь, можно ли перехватить смерть при жизни? Перехватить что? Смерть при жизни. Смерть, Иго, два слова какие-то непонятные. При жизни. Перехватить смерть при жизни, перехватить. А как перехватить? Что за слово такое? Как перехватить? Если она... Бог Вот так. Назначил? Смерть придет, а умирать некому. Ничего не выйдет. Написано, всем надлежит однажды умереть, а потом суд. Евреям послание 9:28. Ну, а если не на литературу опираться, ты есть прямо? А это не литература, это откровение Божие. Писали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Любые слова подойдут. Библия – самая древняя книга, которая не изменяется ни в одной букве. Бог говорит, я бодрствую над словом моим. Но кто придет спорить к тебе? Я же не спорю с тобой. Да я не спорю, я вам возвещаю. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, тот истину возвещает. Да вопросов нет. А ты возвещаешь. Но смерть. Написано так. Послание к Римлянам 9:6-23. И говорит, все нам надлежит умереть. В Адаме все умирают. А во Христе все живут. Только не ругайтесь, смотрите. Ну, не будем.
А что нам ругаться? Ну, я прошу просто, прошу и умоляю, не ругайте, все ругаются. Я тебя прошу. Да, да. Что ругаться? Возмездие за грех – смерть. Слышите? Смерть. А дар Божий во Христе Иисусе – жизнь вечная. Так. Послание апостола Павла к Римлянам, 6 глава, 23 стих. Возмездие за грех – смерть, запятая. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот. Вот. Вот мы и дошли до цимуса. Да? Господь говорит, небо и земля исчезнут, но ни одна черточка из Писания, из Библии не исчезнет. Дороже неба и земли одна буква. Ну это потрясающе, батюшка. Да. Вот Серафима Саровского, вы слышали такого, Серафим Саровский? Слыхали про такого. Да, он его там, Мотовилов спрашивал, какой смысл жизни? Все по-разному отвечают. И он ответил, смысл жизни в стяжании Духа Святого. Ну и как ты это понимаешь? А так, когда человек благословенный Богом, принял святое крещение, исповедуется, причащается, живет по заповедям Божьим, он все больше укрепляется в благодетель, видит нуждающихся, везде помогает, живет во имя Христа, накормить, напоить, приветить, больного посетить. И Дух Святой все больше и больше объемлет его душу. А если человек занимается только собой? Ну а собой, значит, эгоист, от себя и получит червей кучу. Написано, Господь сказал, отвергнись себя, свое я раздави. Второе. Я не закончил предложение. Предложение вы перерываете. Отвергнись себя, возьми крест и следуй за мной. Вот три ступени. Ну понятно. Вот смотри, ты говоришь, что тот, кто ритуалы какие-то не соблел и жил не по Писанию, недостоин чего-то. А чего недостоин? Смотри, а разве это не базар какой-то? То есть я торгую с Господом, я ему вот это, а он меня в рай. Ну что это? Торгаш это в рай. Базар. Не можете служить это Богу торгаш. И мамоне. Мамона – богатство. Не можете служить, Господь сказал, спорить не надо. Ты умрешь, и за душой ничего нету. А после смерти 40 дней душа идет по мытарствам, о блуде, о пьянстве, о жадности, сребролюбии. Что ты скажешь? Для кого ты копил? С собой ничего не возьмешь. Для себя. Для себя. Да тебе жизнь-то, может, осталось полминуты. Один Бог знает. Кто знает? Я в 23 года обратился. Знает, да. В 23 года я обратился, работая на корабле. Сила, деньги, прогресс, учусь. Нет сомнений. К чему ты доказываешь это? Я доказываю к тому, что со Христом хорошо, а без Христа кырдык, амба. А ты почему решил, что я этого не знаю, допустим? Судя по словам вашим, как вы говорите, не я это решал, а вы. А я для себя живу. А написано, кто для себя живет, в тление и пойдет, прах ты и в прах возвратишься. Вот в чем дело. Ты не слышишь меня. Я говорю, а если человек живет для себя? Я ответил на этот вопрос. Он проиграл все. Не приплел это ко мне, батюшка. Ты меня не слышишь, как и все люди. Я, сынок мой, знаешь, сколько наслышался? Мне 81-й год идет. Я в углу не сидел, а работал. Начальник детского лагеря 45 лет. Занятия вел в 5 университетах. А чем понтуешься? Я еще раз говорю. Бог, когда берет человека, потрясает и все с него снимает. Он прощает, омытый кровью. Ну, хорошо. Хорошо. Это ты к чему сказал? А к тому, чтобы люди приняли это, уверовали, не грешили. А здесь что делается в рулетке-то? От чего ты взял, что они грязные? Да что все... Они сами это понимают каждый. Наркоманы, блудники. Гиена огненная ждет их. А что в Библии сказано же, по-моему, волос с человеческой головы без воли Господа не упадет. Ты считаешь, что это все без воли Господа? В Библии написано, блудники, пьяницы, Царствие Божие не наследуют. Все. Приговор вынесен уже. Да.
Это первое послание к Коринфянам. Это не по воле, это все не по воле Господа, да, происходит? А вы волю его не знаете. Воля его извлекается в Священном Писании, в Библии. Ну вот сейчас прям, что, без воли Господа наш разговор происходит, что ли? Знаете что, я молился, когда зашел сюда, Господи, пошли человека, который не пьяный, не раздетый, чтобы с ним поговорить. И даже беседу с вами, я говорю, это Господь устроил так, чтобы вам маленько ваше темечко постучать, что есть другая жизнь за гробом. Жизнь вечная, без счета лет. Тебя там участь ждет какая, об этом думал ты или нет? Ну ты, батюшка, это, откуда знаешь, что я не так живу-то? Да откуда? От вас. Это вы о себе засвидетельствовали. А я живу для себя, торгую. Откуда я узнал? Я вас не знаю. Ты опять, батюшка, да у тебя склероз. Ну, Господь с тобой. Да. У меня склероз. Вот их не признают это. Склероз. Вы начинаете с тараканов, кончаете склерозом. Дай Бог каждому 80 лет иметь такой склероз. Ну, склероз, я тебе повторился же. Я же тебе уже повторился, говорю, а если человек живет для себя, допустим? Да. Ты мне ответил. И опять меня сказал, что это я сказал, я для себя живу. Нет, не пойдет так. Это развод будет. Развод. Вы попадете в 86,5% разводов. Ага. Если для себя живете. Надо для ближнего посвятить жизнь во имя Бога. А она что, не посвящена сейчас во имя Бога? Да не, люди знать не знают. От высшего до низшего. Кто с Богом по Писанию живет, ходит в храм, исповедуется, да, те так живут. Но таких мало людей. То есть... Опять Господь нам говорит, что надо какие-то условия, да, выполнять? Условия определенные. Признать себя виновным. Смиренно подойти к Богу. В плаче и слезах. Прости меня, Господи. Условие простое, денег не требует. Так. Ты заметил того, кто этого не делает? Да я не знаю, я просто сказал. А вы сами решите, делайте, не делайте. Я за вас не решаю. Ты очень серьезно разговариваешь. Я с тобой хотя бы шучу. Ну, может быть, и так. Сегодня написано, смех ваш обратится в плач и в рыдание. Горе смеющимся ныне. Так что это кривляние кончится. Так а ты понимаешь, в чем дело? Ты выдираешь из контекста некие фразы и их трактуешь. Я 57 лет несу Слово Божие. 57 лет. Это все. 57 лет. Не выдирай из контекста слова и... Вы зайдите на наш YouTube канал, зайдите, посмотрите, и вы поймете, что я вас не обманываю, мы строим православную деревню.